Hop. Цель репетиции – это создание канвы. Никогда нельзя требовать от репетиции того, что будет на исполнении. Потому что исполнение прибавляет новую эмоциональную окраску, чего не может быть и не должно быть на репетиции. Это мое желание довольно скромное – сохранить возможность импровизации с оркестром. Чрезвычайно часто расценивается как моя нелюбовь к репетиции. Я не хочу убивать исполнение. А те, которые пытаются репетицию превратить в исполнение, убивают его.